Непрерывный трудовой процесс и высокая скорость постройки. Такой должна быть работа в период пандемии новой коронавирусной инфекции, уверены медики. Возведение модульного комплекса началось в декабре 2020 года. В настоящее время завершается сборка корпуса здания. Такие быстрые темпы постройки возможны благодаря применению легких стальных конструкций. Сюда они поступают с завода в виде готовых панелей. Немаловажную роль играет и сам принцип распределения работ для строительного корпуса. На данный момент мы завершаем панельную сборку универсальных металлоконструкций. Параллельно с этим мы запустили выполнение внутренних работ, все облицовочные. Это необходимо для того, чтобы сократить время монтажа. Главной задачей в работе нового корпуса станет освобождение профильных отделений больниц от пациентов с подозрением на COVID-19. На площади свыше 2700 квадратных метров будет размещено все необходимое для оказания помощи таким больным. Здесь также они будут получать лечение, определяться COVID-статус. Приемный покой достаточно большой. Здесь будет установлен компьютерный томограф, УЗИ, ЭКГ, лаборатория. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на май этого года. На территории Самарской области ведется строительство еще двух подобных модульных корпусов. Они возводятся в Тольятти. Ольга Павлова, Ирина Балясникова, Василий Колдашов. События.